Они познакомились в университете. Он студент Гарварда, звезда хоккейной команды и сын миллионера. Она учится на искусствоведа и занимается музыкой, любящая дочь отца булочника. Полюбили друг друга и поженились. Через несколько лет она умерла. Простая и бесхитростная, казалось бы, история любви. Но каждый увидит ее по-своему. Ну, спектакль этот – это история любви двух молодых людей на настоящей любви, которая так редко встречается на самом деле в жизни. И которые все так стремятся и хотят обрести, и не у всех это получается. А еще есть тема отцов и детей. Тема очень душесчипательная, потому что мы не всегда чувствуем и понимаем своих детей. Нам кажется, что мы прекрасно знаем, что им нужно. Мы не слышим их. И делаем от этого только хуже. В спектакле герои все сложности преодолевают, благодаря чему связь отца и сына восстанавливается. Между тем, счастливого конца в этом действии не будет. Все как в жизни. Роль у меня потрясающая. Вообще, на самом деле, я хочу сказать, что это большая редкость. Не всем артистам удается сыграть и получить такую роль. Конечно, это не какая-то Джульетта, да, великая, не Гамлет, да, моему партнеру достался, но... Я вот когда репетировала, я вот думала, ё-моё, не сыграю Гамлета, хотя могу, ничего страшного. Не сыграю Джульетту, уже постарела, ничего страшного. А вот то, что у меня было в моей жизни вот такое счастье, это очень ценно. Много лет назад тот же спектакль, поставленный тем же режиссером, уже был на этой сцене, но история получилась совсем другая. Я повзрослела, стала взрослее и опытнее. Я все-таки была еще сама молодой девушкой, когда ставила спектакль этот первый раз. Но так же волнительно, как и в первый раз. Как все заново. И артисты в главных ролях молодые, только поступившие в труппу. Я смотрел по видеозаписи, когда мы начали делать этот спектакль. Я видел видеозаписи. Помогло вам это или наоборот? Нет, я не отталкивался. Что вы хотели сказать зрителю? Лично вы? Дороже любви нет ничего. Слезы на глазах артистов, на глазах зрителей, щемящая душу история о главном, о важном. Она непременно затронет потаенные струнки души, вне зависимости от возраста, профессии и социального статуса зрителя. Спектакль будут играть на малой сцене, что будто вовлекает в происходящее, создавая эффект интимности, камерности и причастности к происходящему. Увидеть спектакль на сцене рязанскому зрителю доведется в новом театральном сезоне осенью.